Выглядишь на 39. Спасибо. Ну, хотя бы на 39, иногда на 43 дают. А, от подика нет, давления нет. Просто, я не знаю, то ли картриджу какой-то пришел конец, то ли что. Глаза красивые. Очень приятно выпила колу, можно еще. Да, у меня просто губы накрашены, ну. Чего вы начинаете? Я даю 17, спасибо. Да ладно, выглядишь на 25. Покажи член. Показать вам? Давайте. До 6000 тапом показываю. Бухнем. Ребят, я не пью много. Твои глаза напротив говорят, что ты не против. Или вибратор. Привет, монашка. Давайте, ребят, тапаем до 6000, показываю вам что-нибудь. Ты откуда? Я из Беларуси. А ты? Яна, что? Что такое? А как вам вот такой вот мабас? Ну, сразу видно, да? Элита. Элита просто сидит. Ну, как вы думаете, сколько я зарабатываю, если я с таким телефончиком? Як справы. Усё добро. Продай. Продаю, ребята. Давайте аукцион устроим. Первая ставка ваша. Да сколько продаем? В баксах. Ставите свою цену только в баксах. Есть игра, кстати, змейка. Все, 200 баксов, ребята. Нет, 200 баксов указали. Кто дает больше? 200 баксов раз. 500 евро. Погнали. Камера сколько мегапикселей? Сейчас прочитаем. Блин, а я реально хочу сфоткаться. Так, 750 баксов, если что, я запомнила. А как тут сфоткаться? Вот камера. Недостаточно памяти, вы чё? 1000 баксов, ребята, 1000 баксов за вот такой вот мобасик. Сейчас я сфоткаюсь, покажу вам, сколько тут... тут есть картинки. Опчикс. Трэш, ребята. 5000 евро. 5000 евро за такой телефон, ребята. Смотрите, сейчас сделаю рандомную фотку. 7000 евро. 7000 евро, ребята. Нет, я не продаюсь. Продаем вот телефон. Так. Так что, проверять мне себя на камеру, фоткать или нет, ребят? 8000. Так, 8000. Смотрите, я сейчас буду фоткать себя. Это, между прочим, Samsung. В нем есть змейка, камера, музончик можно слушать. Ну, как бы, все good. Сколько? 100 тысяч евро. Ребята, 100 тысяч евро за телефон. Зарядку держит уже, знаете, какой третий день. Samsung и змейка. Да, ну да, мне говорят, что тут есть змейка. Так, камера. Так, смотрите. Вам будет видно. Стойте, подождите. Вот так вот берем. Сфоткали. Боже, какая смешная фотка.
Вам показать это? Это просто жесть.